Привет всем! Вы на канале Кактусы и компания. Сегодня я сбегала на почту и получила посылочку с растениями. Какие растения получила, как я их сажаю, вы узнаете из дальнейшего обзора. Итак, как говорят, что где когда черный ящик в студию. Вот моя посылочка. Сейчас мы ее распакуем. Бумажечку уберем. Так. Запаковано здесь все на славу. Я сейчас распечатаю и дальше продолжу показ. Так, посылочку я открыла. И что же нас ожидало в черном ящике? Так, в черном ящике меня ожидали хавортии. Так. Хавортия Мунстоун. Посмотрите. Ну, великолепное растение. Это же мармеладка. Мармеладка. Вот такие окошечные хавортии. Мне прям хочется иногда попробовать. Мятный мармелад. Как назвала одна моя подружка. Увидит растение у меня. Так, дальше. Хавортия маргаритифера. Тоже посмотрите. Великолепная. Смотрите, какие пупырышки у нее. Как, не знаю, как слезки. Как бусинки. Красоточка. Просто красоточка. Чистое растение. Все. Корневая хорошая. Следующее растение — хавортия гербацея. Вот такое вот. Тут уже детюлечка наросла. Тоже красоточка. Красавица. Как искусственная, из пластика. В общем, вот такие вот хавортии мне пришли из города Серпухов. Сейчас займемся их посадкой, и я вам покажу хавортии, которые у меня уже имеются в наличии. Итак, мои виды хавортий. Так, зашла с балкона в дом, дышать нечем. Это хавортия терковидная. Что-то говорю как зомби. Терковидная. Так, дальше идет хавортия полосатая. Мне она так нравится. У нее такие ребрышки на листиках. Жирненькие. Это все молодые растения у меня. В прошлом году брала деточек. Раньше у меня было очень много цветов. Но с переездом они мне почему-то не захотели приживаться. Остались одни кактусы да фикусы. Так, дальше. Моя любимочка. Моя красотулечка. Ну, конечно же, мармеладочка. Это хавортия купери. Обожаю, обожаю. Такая вкусняшечка. Так, вот этот вид я, к сожалению, не знаю точно. Вроде как извилистая. Вот такая вот, как голубенькая. Тоже очень красивая. Тоже этот вид не знаю. Ну, вообще красивая, но вот такая вот. Растут они ввысь. Ой. Так, дальше. Хавортия лимифолия. Вот она у меня тут цвести собралась. Я хочу попробовать ее переопылить с хавортией мозаичной или шахматной. Вот тоже тут такая былинка-былинка, а не цветоносик. Плохо видно, да? Короче, вот эти два товарища я хочу между собой переопылить. Что получится, не знаю. Ну, попытка не пытка, да? Было бы желание. Так. Ну, а это мои красавчики, новиночки в новых горшочках на новом месте. Так, эти старые мои к солнцу были приучены. Они мне стоят на балконе.
на солнышке, ну практически на солнышке. Этих малышей я пока оставлю в комнате, вот тут в тенечке, потому что корешочки сухонькие были, и придется им заново укореняться. Немножечко увлажню землю, то одной хворостушки были какие-то корешки хорошие. Ну что ж, на этом я прощаюсь. До свидания.